Итак, мы сейчас едем. Так, мы находимся вот здесь. А едем мы сейчас вот сюда. Это называется остров художника. Вот. Сейчас мы туда направимся. Исследуем Волгу. Путешествие по Волге. Куда мы сейчас поедем-то, ты что? Остров художника. Да, первый раз под тендом вот таким. Интересная вещь, да? К сожалению или к счастью, сейчас нет дождя. Сегодня целый день. Чтобы испытать его. Дождики были. Да, ну ладно. Ну вот высадились на остров художника. Вот так вот он выглядит. Здесь, кстати, очень много камней больших.
Сейчас покажу. Вот такие вот камни. И они здесь по всему берегу. Так что очень надо аккуратно на моторе ехать. Сейчас маленько пройдусь, посмотрю, что здесь вообще есть. До леса довольно-таки прилично идти. Кстати, там, походу, болото. Может быть, даже здесь когда-то была вода, потому что нынче воды мало. Здесь, я думаю, была вода. Все высохло, вот ракушки даже здесь. Такое место такое болотистое, ноги проваливаются. То есть здесь, в принципе, вот ночевать, я не знаю, надо место, конечно, искать, если здесь где-то ночевать. В общем-то, я не вижу здесь такого берега хорошего. Одна болотина. Проваливаюсь просто. Кошмар какой-то. Давай. Ноги увязают в грязюке в этой. Даже лучше по траве идти. О, здесь сейчас пойдем. Здесь еще, походу, болото тоже. Офигеть. Ну, камыш тут. Да, ну я и забрел, конечно. Фу. Да, в общем, что тут... Место болотистое. Ну, здесь берег, в принципе, песочек. Но здесь берег неплохой. А там болото. Вот эти камни. Ну, в принципе, камни здесь везде. Каменистый берег. Такой вот. И большие камни. Какая-то ржавая штука лежит. Охренеть. Вон камни видно даже везде здесь. Берег каменистый, опасный для лодочного мотора. Камней, да, тут много.
Ракушек много. Угу. Там какая-то штука, смотри, лежит ржавая, вон на камне. Да тут, да, всякие железки. Вон здесь железка? Да, железка не порвался. Угу. Ну да, откуда он тут? Офигеть, да? Ну-ка, покажи. Офигеть, да? Меч какой-то, ножик. Офигеть. Древняя вещь. Угу. Какого-нибудь комбайна древнего. Да, красиво. Мешочек есть, батарейка. Есть, да? Да. Давай их поменяем. Так там вот, в кармашке. Одна всего. Ну одну поменяй, будет уже фотография. Ну да. Ну как? Отлично. Угу. Надо уточный кадр, да? Вот здесь, смотри, вот туда. Сюда? Здесь я стою сейчас. Вот туда именно. Не везде такие, да, кадры? Прям именно для художников остров. Угу. Саш, наверное, сам придумал. Ну, мы уж ладно, так и прозовем его. Спорить, так сказать. Закрыто. Не знаю. А закрыто, она тоже снимает. Не выключи. Две минуты. Покидаем остров художника и направляемся. Ну, не совсем домой, а наш, да, место дислокации, так сказать. Вот там удобно в той стороне. Там, кстати, уже видно дома даже какие-то. Офигеть. Близко можно даже дубна. Может, как-нибудь даже съездить в сторону, да? Ни разу там не был.
все-таки снимать надо? Ну, весла только что, да. Немножко. Каркас не позволяет. А как же ты их выдвинул? А? Выдвигал, по-моему, ты не откручивал. Да?